ДК «Шахтер» 22 самодеятельных коллектива. Как говорится, выбирай на вкус. Отличная альтернатива компьютерным играм и виртуальному общению. А здесь жизнь, настоящая жизнь, душа. В первую очередь детские души раскрываются. Время тяжелое, а красота, она в творчестве проявляется намного активнее. В театральной студии «Ё-моё» артистов в мечтах и фантазиях не ограничивают. Здесь, в обычной сказке «Теремок», играют не только маленькие актеры, но и взрослые зрители. Вместе с героями они и поют, и выходят на танцпол. Почувствовать себя артистами на этом необыкновенном представлении дают и маленьким зрителям. Они не только поют и танцуют, но вместе с волком и зайцем изучают цвета радуги и перевоплощаются в современных художников. Вроде бы всем узнаваемая сказка, но при этом она настолько была сделана в современном в стиле, чтобы не было это скучно, как сейчас принято, что ой, старая, неинтересная. Но мы вовлекли детей в эту сказку, чтобы дети не просто сидели с открытыми ртами, смотрели, а участвовали в этой сказке. Ну и чтобы им захотелось после этого с открытыми глазками прийти и сказать: а где можно этому научиться? И это только одно из двух десятков творческих объединений ДК «Шахтер». В каждом из них работать стараются так, чтобы глаза детей горели. И они не шли, а бежали в дом, который для многих на долгие годы становится родным.